Испытания проверяются полностью все техузлы. Чтобы их проверить, то есть в основном это, конечно, двигатель, это управление, это плавность хода, вообще как она едет. Это, ну, допустим, разворот, да. Опять же, это все входит вот в управление, да, проверка. Смотрят, какая скорость у нас показала вверх, с какой загрузкой, с какой вниз, какая погода была при этом, ну, вообще какие погодные условия, да. Потом проверяют ее, крутится на месте, запускают занос, да, смотрят, как развесовка получилась. Вообще, вот с каждым разом, да, мы сейчас достигли уже того уровня, когда после испытаний больше изменять-то и нечего. То есть раньше, если было такое, там, 50-й катер, там, 60-й, если брать, ну, самое начало, да, фактически, нет, возьмем среднюю середину. То есть после испытаний нам нужно было что-то там подделать, там подправить, здесь вот так вот развесовку поменять. С опытом это приходит. То есть сейчас делается конвейер, у нас идет 15 лодок в месяц, да, все они откатываются, и мы примерно знаем, какая лодка как себя поведет, что и сделает. И с каждым разом это примерно все больше превращается в то, что нам ничего абсолютно делать не нужно. То есть откатали, все поставили, она вся готова и готова встречать нового клиента. В первую очередь, как только мы подъезжаем к воде, еще раз заводится мотор, да, перед тем, как поехать, проверяется газ обязательно, чтобы все положения работали, потому что газ – это основное, да, на воде, на аэролодке, потому что если газ пропал, соответственно, мы остаемся без управления, потому что он у нас воздушный, оно у нас воздушное. А дальше проверяется то, что как работает двигатель вообще сам по себе. Проверка идет келей на прицепе, да, либо это на воде, когда спустились. То есть рулевое управление, как у нас взаимодействует. А дальше происходит выезд. В первую очередь проверяется скорость вверх, да, по течению. Смотрится, если это, допустим, дождливая погода, сразу мы смотрим, чтобы нигде ничего не бежало, не протекало. Если дождливой погоды нет, это все делается в цеху, да, под напором, так называемой пушкой, там, керхером. Мы проверяем все, чтобы нигде ничего не бежало, стекла были все, резиночки, все было герметично. Дальше вернемся на воду, да, проверяется управление именно на самой воде. То есть это заносы постоянные, как руль себя ведет, четкость ли, нет ли определенного люфта, да, вот управление. Как только посмотрели, поднялись вверх, дальше едем по течению, опять же мерится скорость вниз. Обязательно проверяется скорость нагрузкой, то есть загрузкой с определенной, там 200 килограмм, 500, тонна, сколько, с какой скоростью лодка пойдет. Ну, вот такие испытания у нас проводятся, и как она при этом будет себя вести. То есть мы нагрузили так, как управление поменялось, загрузили так, как так поменялось. Все, абсолютно все, что можно, лодка, все проходит испытания. Мы знаем, как она себя ведет. Запишитесь на тест-драйв, чтобы лично ощутить всю мощь и комфорт аэролодки «Север». «Север» для тех, кто преодолевает любые трудности.